В связи с началом призывной кампании в период с 1 апреля по 15 июля на территории Верхнеуральского района пройдет общероссийская антинаркотическая акция «Призывник». В период акции полицейские проведут профилактические лекционные мероприятия среди допризывной молодежи, призывников и учащихся общеобразовательных школ. В ходе запланированных встреч сотрудники ОВД расскажут молодым людям о негативных последствиях потребления наркотиков и психотропных веществ, ответственности за их потребление, хранение и распространение.